там. Вот я так, на всякий. Дамы и господа, начинается торжественная церемония вступления Владимира Владимировича Путина в должность президента Российской Федерации. Вносятся государственный флаг Российской Федерации и штандарт президента Российской Федерации. Вносятся государственный флаг Российской Федерации и штандарт президента Российской Федерации. Итак, под встречный марш вносится флаг России и президентский штандарт. Он наряду со знаком президента России, его увидим чуть позже, один из двух официальных символов президентской власти. Его оригинал находится в кабинете главы государства. С 90-х прав церемонии вступления в должность главы государства. Ну а прямо сейчас мы видим, как солдаты президентского полка входят в Андреевский зал, он же тронный. Кстати, именно здесь, в Андреевском зале, Владимир Путин встречался со своими доверенными лицами после подсчета результатов голосования. И тогда глава государства подчеркнул, победа на выборах – это только пролог к тем победам, которые так нужны России. Вносятся Конституция Российской Федерации и знак президента Российской Федерации. Итак, еще один традиционный этап церемонии. Через все три зала солдаты президентского полка носят специальный экземпляр Конституции и знак президента.
рабочий кабинет Владимира Путина. Мы хорошо знаем по кадрам официальные хроники, регулярно их видим в новостях. У президента есть буквально несколько минут до того момента, как он окажется в парадных залах Большого Кремлевского дворца. Мы видим, глава государства, у него в руках документ, который он внимательно изучает. В этом же рабочем кабинете находится стол, за чему редкие, приемная главы государства. Его приветствует его референт. Ну а далее коридоры высшей российской власти. Это первый корпус Кремля. В первом корпусе Кремля находятся президентские апартаменты. Они занимают, кстати, лишь малую часть. Условно, все здание можно разделить на две половины – рабочую и представительскую. Деловая включает в себя несколько залов и рабочих кабинетов. Рабочие и представительские кабинеты президента, зал заседаний, Совета безопасности, президентскую библиотеку, ситуационный центр. На втором этаже находятся залы для деловых и торжественных встреч. Итак, музыка, знакомая каждому, «Сласть» композитора Михаила Глинки из заключительной сцены оперы «Иван Сусанин» редакции 1836 года. Сочинение. Полк, мирно! Для встречи с фронта на краб! Фу! Товарищ президент Российской Федерации, президентский полк в честь вступления в должность президента Российской Федерации построен. Командир президентского полка, полковник Сурайкин. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 88-й годовщиной со дня образования полка. Кноп, геп, вольно. Действуют в воинских ритуалах, протокольных мероприятиях на высшем уровне и стоят в карауле у вечного огня на могиле неизвестного солдата. А с 2000 года они задействованы в церемонии инаугурации президента, вернее, вступления в должность президента, и носят в зал государственные атрибуты и символы президентской власти. Часть входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы. Подчиняется полк непосредственно президенту. Ну и, конечно, интересно рассказать, что в рядах кремлевцев только те, кто прошел жесточайшее. Вокруг своего президента страна собралась и готова идти вперед, не давая в обиду наших людей, не уступая ни пяди родной земли, к нашей победе и нашим победам, которые будут не только на поле боя. Об этом Владимир Путин говорил и в своей речи после вступления в должность и обращался буквально к каждому гражданину нашей страны. Но еще, наверное, стоит сказать о том, что дальше. Итак, на ваших экранах патриарх Московский и всея Руси. Невероятно красивое внутреннее убранство. Итак, благодарственный молебен.
все-таки так в благовестии. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.